13 регионов Казахстана находятся в зоне высокого риска паводков. О ситуации в период половодья сообщил сегодня глава МЧС. В зоне возможного подтопления 255 населенных пунктов. В них проживают больше 700 тысяч человек. Если проблемой заранее не озаботятся местные исполнительные органы, затопить может почти 500 участков автомобильных и свыше 600 железных дорог. Вот только, по мнению Ильина, вопросы из года в год не решают. В зоне риска также и домовладения, непонятно почему, построенные вдоль береговых линий. Проблема большая стоит в том, что многие населенные пункты, или в частности в населенных пунктах некоторые жители, построили свои домовладения в водоохранных зонах и были узаконены. И, соответственно, это требует принятия инженерных решений. Есть риски, которые и с недофинансированием, во-первых, это раз. И проблема, в частности, по реке Нура, которая уже говорит, что заканчивается действие трехлетнего проектно-сметной документации, это поселок Ашкарбаево. Там идет активный подмыв береговой линии.